Всем привет, вы на канале Поршень покинул чат. И здесь у нас фара от BMW E39. У всех людей, у которых появились проблемы с регулировкой фар вверх-вниз, у кого-то, например, все вниз светят, как вот у меня, и мне это не понравилось. И здесь есть вот такие вот два крепежа. Блин, показывается. Есть здесь два такие регулировщика, один и второй. Они отвечают за регулировку фар. Соответственно, если их крутить, регулировка, то есть либо выше, либо ниже меняется, тоже немножко вправо-влево. Но у многих людей на BMW E39, так как это болячка, эта штука не работает. То есть здесь обломано, вот у нас ксенон, я говорю про ксеноновые фары, здесь у нас обломаны вот такие вот головки, которые находятся внутри. Это вот с AliExpress одна, а это оригинальная. У меня, кстати, не были обломаны, но была проблема в том, что резьба, которая находится вот здесь, одна, вот здесь вторая. Эти две резьбы прокручивалась. То есть резьба прокручивалась, вот она старая. Она вот заходит вот в эту дырочку, одну из этих двух дырочек. И в этой дырочке она просто прокручивалась. И из-за этого регулировка никакая не происходила. То есть здесь у меня головка не была отломана, как в ноги. Но я поставил китайскую. Китайская сюда проходит нормально. И то есть работает все. Сейчас я вам покажу плюс-минус, как это будет выглядеть. Чтобы разобрать, чтобы снять вот это все дело, нужно для начала снять вот здесь такой треугольничек. Электрический механизм специальный, вот он. Вот так он выглядит. Его нужно аккуратно поддеть в бок, то есть в правый бок его потянуть. Это у меня правая фара, и его нужно потянуть в правый бок. Подтягиваешь, и он высовывается вот отсюда. То есть вот он, вот здесь он находился, вот так это было. Сейчас его пытаюсь нормально засунуть, блин. Вот. То есть это было вот так. Это электрический регулировщик. То есть, чтобы его, из него выйти, нужно просто вправо аккуратно. Вот, блин. Вправо раз. Все. Вы вышли. И вот эту часть снимаем. И потом уже можно снимать полностью линзу. Чтобы линзу снять, нужно полностью выкрутить две вот этих, только поочередно. Немножко эту, немножко эту, немножко эту, немножко эту. Крутить нужно в, по-моему, в левую сторону. По-моему, в левую. Ну, то есть, чтобы она выходила. То есть, вы увидите, что она выходит потихоньку, крути эту, выходит потихоньку, крути эту, выходит потихоньку. Если у вас это вообще не крутится, то есть, ну, вы крутите и никакой вообще реакции нет, значит, скорее всего, вы можете это просто высунуть, потому что оно у вас отломано. Ну, у меня было наполовину отломано, так что... В общем так, сейчас буду устанавливать, будем смотреть, что у нас дальше. Смотрите, чтобы вынять отсюда, нужно здесь немножко поддеть, аккуратненько, не поломать пластик. Вы его поддеваете и аккуратненько ее высовываете. Все, вот она высунулась. Так же самое со второй. И сейчас их нужно уместить, этих две, два этих, я не знаю, крепления, как это назвать. Один вот сюда, он засовывается. Вот так. И, соответственно, сзади резьба. Резьбу мы здесь подкручиваем. Вот. По-моему, влево. Да, влево. Вот мы ее подкручиваем. И вот он плавно туда залазит. Видно. Вот плавно он туда залазит. Первый есть. И теперь второй. Второй вот он у меня. Второй. Ну, то есть, тут нужно найти правильную позицию. Вот она, правильная позиция. Вот вы его сюда поставили. Придерживаете пальцем. И опять же, крутите влево, чтобы он засунулся внутрь. Все. С этим аккуратно, потому что если сильно будете крутить, например, шуруповертом, можно легко обломать, потому что вы докрутите до конца, уже некуда будет идти резьбе, и все, и обламывается опять. Так что с этим нужно аккуратно. Либо обломается, либо просто с резьбы сойдет, что уже будете крутить, и смысла никакого нет. То есть здесь нужно потихоньку. И дальше, так это у меня ринги здесь. Дальше берем, одеваем. Здесь, кстати, у меня нет оригинальных рингов. Вот они, я их высунул, они мне не нужны, потому что здесь у меня стоят ринги с Алиэкспресса. Так что вот эта часть не нужна. Тут была раньше обрезана. И выкинуть его нахер. Вот, берем. Не та сторона. Берем, вот, ставим. Попадаем один. Попадаем второй. Этот нужно немножко больше скрутить, потому что он сильно вылазит. Все, я скрутил. И теперь головки должны зайти внутрь. Раз,
два. Все, две головки зашли внутрь. Блять, забыл минус подключить. Ну ладно, это не страшно, вот он минус. Окей, минус подключаем. Короче, сейчас подключу в минус и дам вам знать, что дальше. Сейчас крутим до упора. Желательно крутить не шуруповертом, еще раз повторяюсь. Я кручу шуруповертом, потому что я знаю, как это все работает. И могу вовремя остановиться. То есть вот здесь докручиваете до упора. Вот, когда становится тяжело крутить, и все. Все, докрутили. До упора. И теперь... Так, сейчас я минус тут поправлю немножко. Все, теперь можно вставлять следующую часть. А именно, ну то есть идем в обратном пути, если вы уже разобрали фару. Я, к сожалению, не показывал, как я ее разобрал. Решил видео сделать только уже под конец. Вот, вы ее берете, здесь придерживаете, сюда ее вставляете. И там нужно этим шариком попасть в ячейку. Все, я попал в ячейку. Здесь дальше я прикручиваю шурупами, и все. И уже можно собирать, в принципе, фару. Здесь она уже регулируется адекватно. Так что как-то так. Вот, сейчас я ее поставил чисто, чтобы протестировать, пока не залеплял еще стекло. Сейчас посмотрим, какой у нас результат. Крутится ли и меняется ли что-то в положении. Сейчас еще только подключить надо все. Смотрим, регулируются ли пары. Вот они. Пожалуйста, выше, ниже. Также правее, левее. Вот у нас правее, левее. Выше, ниже. Пожалуйста, ниже. Пожалуйста, выше. В общем, все работает. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, покинул чат. Всем спасибо за просмотр. Палец вверх, лайк. До скорых встреч. Все, палец, сука, блядь, разъебал. Не страшно.